Мои дорогие, всем доброе утро. У меня сейчас завтрак по полной программе. Сделала бутерброды с творожным сыром. Форель добавила тут, помидор, укропчик. И здесь еще творог и мюсли. Естественно, все это я не съем за раз. Ну, сколько съем. И кофе сейчас себе налью. У нас еще рано, как рано, 9 час. Мои хорошие, буду я. Я сейчас пока жду свой заказ. Помните, я говорила в прошлом влоге, что мы заказали на Wildberries светильники настольные. И еще салфетки сервировочные. И у меня сейчас на Wildberries, когда заходишь, горит, что на пути в пункт выдачи. И я думаю, пока сижу, время, чтобы не терять, я решила вам сегодня показать свой заказ Shein. Небольшой заказик. У меня тут есть кое-что для дома, для кухни. И я хотела бы прямо здесь показать. Как-то немножко разнообразить свои влоги. Итак, начнем с первого. Начнем вот с этого. На мне потрясающая, классная шелковая пижама. Я обязательно вам покажу ее во весь рост. Пижама у меня премиум качества. Одежда у меня вся премиум качества. Это фирма Мод. Я много раз вам показывала. Вот так приходит в упаковочке. Еще в бумаге. И плюс еще там открыточки иногда кладут. Все хорошо упаковано. Значит, пижама, девочки, шелковая рубаха и шелковые шорты продаются отдельно друг от друга. Это очень-очень классно, потому что, например, у некоторых девочек попа небольшая, а грудь большая, и она может шортики поменьше заказать. А, например, вот этот верх, блузу, блуза шелковая, побольше. Девочки, состав. Натуральный шелк 50% и вискоза 50%. Качество потрясающее, плотный материал, как сказать, плотный, не просвечивает. Пижама не просвечивает. Супер. Я ее сегодня первый день надела. Показываю в полный рост пижаму и шорты на себе. Карманы забыла сказать, что они настоящие, функционируют. Не обманки. А у шорт нет, карманов нет. Вот так вот. Завязочку завязала. Они не сильно короткие, не сильно длинные, такие нормальные. Длина меня полностью устраивает. Сюда можно телефон положить. Ну, конечно, его видно будет, но такой глубокий, хороший карман. Так что очень рада, что заказала. И давно хотела черного цвета. Это я уже отпарила, а шортики еще не отпаривала. Хочу просто показать, как все приходит. Вот так. Сейчас я в других шортах сижу. Шортики на завязочках и... Да, на завязочках, плюс еще здесь сзади резинка. Все хорошо держится. У меня размер L и верх L, и шорты L. Мне идеально подошел размер. Сейчас я вам покажу состав. Вот тут вот указано. Так, для дома, для кухни, надо сказать, заказала, девочки. Смотрите, какую красоту. Это у нас силиконовый набор для кухни. Этот набор есть в розовом цвете и есть вроде бы мятно-зеленый, даже немножко такой какой-то голубой цвет. Я очень хотела именно этот цвет, сразу же искала. И у меня даже дети посмотрели и сказали: мама, какой милый кухонный наборчик. Кухонный набор у твоей, да? Так, вот это вот ведро, где все это будет храниться. Я сижу сегодня, привела себя в порядок, ну, раз идти надо на Wildberries. Ну, и думаю, может быть, еще для второго канала поснимать. Ну, вот это же только пошуршать там. Ого, вот так, смотрите, девочки, надеюсь, видно. Ну, такой цвет красивый. Он прям не совсем прям барбишный цвет, а вот именно такой бледненький, красивый, розовый цвет, нежный. Нежный, так, не видно, наверное. Вот давайте буду сюда ставить. Здесь деревянная, а здесь вот силиконовая. Сразу сейчас все это помою и будем пользоваться. Лопаточки разные есть. Я вот даже не знаю, девочки, тут тоже лопатка.
Смотрите, сколько. Это как ложка плоская, как лопатка вот такая вот. Большая ложка мешать. У нас есть вот фаберлик коричневого цвета, щипчики. Ну, вот сейчас у нас будет двое. Так вот нажимаем, все, они закрыты, не открываются. Вообще, очень, кстати, хорошо выполнено. Очень много отзывов девочки там пишут, что всем этот набор нравится. Но те девочки, которые заказывали вот этого мятного цвета, зеленого, написали, лучше бы они заказали розовый цвет. Ну, он такой какой-то и не зеленый, и не голубой цвет. Взбивалка. Сколько всего. Обалденный наборчик, да? Обалденный. Все, видите, в пакетиках отдельно все приходит. Поварёшечка такая. Как называется? Половки. Потрясающе, девочки, потрясающе. Все очень хорошо сделано, мне нравится. Самое главное, очень красиво смотрится. Ну и вот смазывать против, да? Сковородку тоже. Так. Если стоять у меня он не будет, то есть будет наваливаться, потому что ведерко такое легкое. Туда можно положить камешки, вот которые продаются в фикс прайсе. Декоративные камни можно туда насыпать, и будет хорошо стоять. Я, наверное, так и сделаю. Красота, девочка. Просто я когда вижу такую посуду, у меня душа радуется. Я люблю вот такой нежно-розовый цвет. И когда я все оформляю в таком нежно-розовом цвете, не знаю, сразу настроение поднимается. Так что, девочки, не пишите ничего про розовый цвет. Он для меня прямо... Вот у меня даже расческа любимая от Tangle Teaser, тоже, видите, бледно-розовый цвет. Я просто когда смотрю на нее и хочется в руки взять, порасчесывать себя, с огромным удовольствием пользуюсь. Ну и сумочка моя любимая, тут же у меня Michael Kors. Уже скоро никакого вида не будет. Я вообще ее затаскала зимой и летом. Тоже такой цвет пыльный, розовый. Но, естественно, надо, конечно, более розовее. Но тоже обожаю, обожаю. Просто. И еще кошелек тут у меня. Тоже такой какой-то бежево-розовый. Тоже такой цвет красивый. Просто мне вот эти вещи приносят удовольствие. Так, дальше. Здесь у меня это свитер. У него, девочки, смотрите, сзади длиннее. Разрезики есть. А здесь тоже вырез. Я в последнее время люблю такие кофты с вырезом. Так, сейчас я скажу состав. Это тоже премиум качество. Здесь у нас состав. Кашемир 5%, нейлон 48%, вискоза 27% и шерсти 20%. Естественно, очень все хорошо тоже выполнено. И вот так вот на мне смотрится кофта. Спереди она вот до сюда не закрывает полностью, а сзади длина, видите, такая подлиннее, закрывает больше. Такая вот она, ну, она свободная, можно так сказать, не размер М. Если еще больше брать размер, то она будет как оверсайз. Такой вот, да, мне кажется, на повседневку такой цвет. Здесь у меня блузка из шелка, тоже смесь шелка. У меня есть и из натурального шелка, полностью шелк. Но вот эти вот по качеству смесь, когда они более, как сказать, они более прочные, девочки. Более износостойкое качество, вот так вот надо сказать. Состав 12% шелк, 13% вискоза и 75% ацетат. Как-то так. Стального серого цвета, девочки, блузка. У меня такая коричневая есть, я показывала ее на себе. Ну, и я тут уже все, что покажу на себе. Извиняюсь, что не погладила, потому что все равно будет в шкафу сейчас храниться. В шкафу она тоже может измяться, поэтому не отпариваю. Когда надену, тогда я отпарю. Не знаю, оставлять буду или нет, она мне только-только. Последнее, у меня здесь сумки. Просто что-то захотелось заказать сумки. Посмотрим, я заказываю, потом думаю, надо мне, не надо. Если не надо, я не оставляю себе.
Так, вот такая вот сумка, очень классная. Она, девочки, из текстиля, а ткань плотная, ткань под джинсу. И здесь вот такие вот клепки из пластика. Видите? Очень красиво смотрится, но она не совсем мягкая, она держит форму. Она, конечно, не каркасная, но она такая плотненькая. И как бы и так ее тоже не прижмешь, здесь маленькая ручка. Но если только вот так, размер такой, можно сказать, большой. Здесь еще есть вот такая вот ручка, тоже текстиль, ткань. По джинсу плотная, прям вот такая плотная, ну, прекрасная, очень красивый цвет, черная с красным, обалденное сочетание, закрывается на кнопку, здесь есть карман на молнии, а чтобы что-то такое ценное убрать, включить телефон, да, карман очень такой большой, хороший, а посередине нет разделения, одно большое отделение, симпатичная, качественная сумка, прям, ну, я такие стараюсь заказывать сумки, которые подороже, там, самые-самые-самые дорогие. Не помню, мне кажется, две она стоила вроде бы ножки. В общем, сумка очень классная. Просто не знаю, буду я ходить с ней или нет. И еще одна сумка, она сейчас тоже на пике популярности. Это а-ля вроде а-ля Шанель. Да, вроде такие есть сумочки, где написано Шанель. А вот такие же цепочки у них. Вот такая вот небольшая ручка. Они разных цветов бывают, видите, как из ткани тоже. Она, кстати, удобная, очень широкая, большая. Здесь есть молния, одно большое отделение. Карманы, маленькие карманы. И так, а на молнии. Да, и на молнии тоже есть. Боку есть еще. На молнии карман. Симпатичная, мягкая сумка. Это, конечно, помягче, а пошире. Но если давайте я вам покажу вам. Вот так вот. Здесь вам видно, да? Это пошире. Размер почти одинаковый у них, но это помягче и пообъемнее, пошире. Это вот на повседневку очень много девочек ее заказывают. Эти сумки, они разного цвета. Бывают вот это серая, такая вот цепочка. Это вот, вот сюда можно вот так носить. Все, в общем, показала свой заказ. А то я не знаю, неизвестно, когда я сниму это видео отдельно. Этот, кто он, обзор, поэтому решила вам показать, раз у меня здесь для кухни есть. Надеюсь, вам понравились вещи. Привет, сегодня на второй день снимаю. Привет. Привет, у нас здесь, смотрите, пирожное. Мы сейчас идем на Wildberries получать свой заказик. И пойдем к бабушке в гости. Давно не были, мы идем к бабушке. Взяли пирожное. Бабушки. Нас пятеро. Сегодня нас пятеро. Ой, тут свет, освещение. Нас пятеро, поэтому мы чай попьем. Бабушка говорит, приходите на этот. У нее суп она там сварила какой-то. Говорит, приходите суп кушать. Ну, блин, не могу. Ну, вот еще пирожное взяли. Все, мы уже сели за стол. У нас суп, рыбка. Это мама форель вроде? Или какая? Это горбуша. Горбуша. Мама сама солила. Слабосоленая или какая-то? Просто соленая. Нет, просто соленая. Соленая, ага. Сильно соленая. Сильно соленая. Сметанку надо тебе в суп? Запачкам сметану, понятно? Ну, так это мало. И мне тогда ты запросишь этой же ложкой, нет, чтоб. Угу. Во. Сучек. Ой, можно сметану. Горчичка, горчичка. Горчица с хлебом. Надюша тоже любит. Сейчас. Вот на ножичек, вот эти на ножичек, маленький. Да, 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 надо. Вадим, откроешь крышечку? Открой. Тут у меня одна рука занята. Давай ты себе сам. А мама она ядреная или нет? Нет, а то я этот сколько? Нормально, а сколько? Куплена она, не ядреная. Я считаю, что она не ядреная. На, Вадим, ножичек намазывай. Сам маш. Всем приятного аппетита, да, Кирюш? Да-да. У мамы суп самый вкусный. Самый-самый вкусный. У меня немножко ядрено. Как ты ищешь? Косточки там, если есть, вытаскивай, если нету, так. Ну, почти что нету. Я вытаскивала, но может нечаянно попасть. Нечаянно. О, дедушка идет. Сейчас вот посмотрит. Ешь, говорю, настынет, суп невкусно будет. Мои дорогие, мы заходим домой.
Пришли, погуляли. Сегодня очень хорошо. Смотрите, у нас уже темно на улице. Кстати, шторину я убрала, которая вот эта коричневая висела. Просто один тюль у нас только. Штору убрала. Потом со временем куплю. Девочки пишут, надо просто какую-то белую, обыкновенную белую. Много метров взять, чтобы было в складочку. Обязательно потом белую простую возьму. Это временно пока. Все, здесь покрывало тоже убрала пока, без покрывала. Мы зашли еще сейчас в магазин FixPrice, и представляете, я 2000 с чем-то отдала. Я обалдела, FixPrice вообще сейчас дорогой такой. Тут набрала кое-что, и вот мы получили наши светильники, настольные светильники. Мы сейчас их будем проверять, потому что не проверяли. Нет лампочки, не было лампочки. Получили наши сервировочные салфетки. Я, девочки, думала, они меньше намного. Там на фотографии на столе они лежали, они, ну, казались вообще маленькие. Я даже думала, вот закажу маленькие, надо будет потом перезаказывать. Они диаметром у меня, так, здесь не написано, сколько диаметров, 36 вроде бы указано было. Там, на сайте. Через Wildberries заказала. Так что вот, огромные. Вообще, посмотрите, они у нас даже тут, надеюсь, 4 штуки войдет. Вообще огромные, девочки. Я не ожидала. Там было указано, что это 36. Еще бывает, да, вот диаметр 36. Еще бывает 38. Но 38 вообще бы не пошли. Ничего себе. Ну ладно, сейчас попробуем. Разверну и разложу. Я, знаете, что хотела? FixPrice пошла. Мне надо было поднос деревянный. Я вот недавно была, заходила, там несколько штук оставалось. Деревянные подносы, вот такие вот, ну как, ставятся на стол. Туда, например, можно поставить свечу. А у нас ложки, в такой в большой кружке хранятся ложки, да, поставить, что, например. Потом, значит, поставить... перец, соль, да. Ну вот хотела вот так поставить на середину, чтобы так было. Цветочки туда еще ставят в эту, как сказать, не ваза, а вот поднос. Не было. Вот в этом FixPrice, в котором сейчас мы были, там не было, продано все. Ну, надо будет завтра идти. Завтра пойдем, уже сейчас темно, мы не пошли никуда, завтра сходим. Так, и здесь у нас, я сейчас все достану, покажу все покупки. Наверное, здесь разложу. Блин, вообще такие огромные. Ну, серый цвет. Мне кажется, я сейчас посмотрю, если они мне понравятся, то я закажу еще потом. Там были такого нежного розового цвета, бледно-розовый цвет. А это мы сейчас унесем в комнату и там все включим, и там все проверим. Я купила две лампочки. Я не знаю, они, девочки, подойдут или нет. Вот я имею в виду вот этот вот цоколь. Это стандартный или нет? На 15 ватт взяла. Один вот такой взяла, яркий белый цвет, 2700. А здесь 4000. Так, без этого никак. Дети увидели. Орео. Шоколадный вкус. 5 в одном. Печеньки. Дальше. Посмотрите, какая прелесть. Это в отделе для влюбленных было. Купила. У нас вот мы тоже бывает иногда всякие орешки едим, семечки, там изюм, вот чтобы все это разложить по-разному, а не в кучу, чтобы было. Кому что нужно, да? Вообще классно. Так, дальше, девочки, привезли опять новую серию органайзеров. Посмотрите, новая серия, видите? Такая вот крапинка. А я так поняла, он должен крутиться. Мне кажется, он должен крутиться. Если не крутится, я вообще тогда в шоке буду. Он стоит 249 рублей. Не хватает. Это не только для косметики. Тут написано для косметики и аксессуаров. Если он крутится, можно поставить, например, в шкаф на кухне, открываете, поставили сюда все баночки, например, все специи какие-то, да, и чтобы вот так вот руку не заталкивать, не искать, что там у вас сзади стоит, а вот так покрутили, и что, ну, повернулось, взяли. Можно духи сюда, можно косметику, естественно. Но я как бы вообще-то для кухни. Если нет на туалетном столике, там, ну, не понадобится для косметики. У меня вроде бы там два органайзера крутятся, может быть, не надо, значит, я здесь. Так, дальше у меня еще, кстати, магнит косметик же где-то. Я купила тоже вот патчи для век, закончились все. Наконец-то я купила, которые мне понравились. Это здесь экстракт огурца находится с отбеливающим эффектом. Девочки, очень классно, против морщин. Так, ой, шкатулку.
Ой, девочки, ничего не говорите. Да, я как сорока люблю блестящее все. Посмотрите, какая красота. Я люблю зеркальные вещи. Люблю... Я видела, девочки вот в Америке живут, тоже блогеры снимают, у них шкафы все вот такие зеркальные. У нас такого нет. У нас не продаются таких шкафов зеркальных. Не знаю, может быть, по интернету где-то можно заказать. Но у них прямо вот так вот сделан. Весь шкаф вот так. Здесь ручка-то такая из кристалла открываются красивые. Комоды такие, шкафы такие. А у нас, ну, я хотя бы вот, хотя бы просто как для декорации шкатулочку на прикроватную тумбочку взяла эту шкатулку. А для того, чтобы я иногда вот кольца, ну, спать ложусь, забуду кольца снимать, чтобы не вставать, не бегать. Раз тут рядом с собой открыла, положила туда. А то раньше я спокойно спала с этими кольцами, ну, постоянно. А сейчас на ночь снимаю. Так, вот такая вот красота, девочки. Мне очень понравилось. Здесь как матовая, здесь серебристая крапинка, а здесь зеркальная. Боже мой, какая прелесть. Я вообще хочу какие-нибудь рамочки зеркальные. Ну что-то я люблю. Зеркальное, серебристое, холодное такое. Поэтому у меня здесь все холодное, видите? Здесь ножки серебристые, ну как хром. Здесь тоже такие же. Надо потом будет стульчики покупать. Тоже вот такие хромированные ножки блестящие. Я люблю такие холодные оттенки, поэтому у меня все. То девочки пишут, Лена, у тебя все серое, ты помешалась. Ну, мне нравится этот серый цвет. Со временем, да, я его разбавлю каким-нибудь цветом. Вот таким вот. Вот таким разбавлю. Девочки, посмотрите, какую корзину купила. Это для хлеба. Сейчас посмотрим, как правильно называется. Корзина, да, для хлеба. Все правильно я сказала. У нас бежевая на данный момент. Сейчас я покажу вам. И она меньше размера. У нас не ходит. У нас бывает, мы берем и черный хлеб, и вот этот белый, и булочки. И у нас ничего не входит. Это я туда там поставлю. Кстати, не посмотрела здесь. Узел, ну ничего страшного. А, тут везде так, в общем, тоже серого цвета, серого с белым идеально подходит. Так, потом, значит, вот что увидела первый раз, вот такая вот, так как сказать, салфетки, 350 листов, первый раз такую увидела, тоду. Что тут еще? А, нет, паста, паста зубная, моя любимая с отбеливающими пластинками, Colgate. Макс Плеск. Ну, иногда я, конечно, и другие беру, которые рекламируют врачи, назначают. Но иногда вот отбеливать. Я люблю отбеливать зубки. Так, все. Вот это вот у меня. Я не то вам сказала. Я посмотрела чек. 1338 с меня взяли. Я точно помню, она мне говорила 2 с чем-то. А сняли. Сейчас уже даже по карте проверила. Вот 1338. Фу. Мне показалось, что она сказала 2000 с чем-то с меня. Я иду еще такая своим мальчишкам, говорю, сегодня на 2000 затарилась. 1338, так нормально, нормально, тогда можно не жаловаться. Единственное, что, да, поднос я не купила. Так, так, вот, видите, у нас какая, она поуже. Чуть какие-то, еще, брат. Так, надо было, наверное, розовую. Уж начала брать розовое. Да. Ладно, слишком много розового тоже нехорошо будет. Сейчас поставлю сюда салфетки, воткну. И вот еще маски. Вот это просто маска тканевая для лица. А это вот тоже, как сказать, тканевые патчи против признаков усталости кожи с витамином С под глазки. Здесь 30 штук. А я сначала Магнит Косметик зашла возле мамы, вот взяла, потому что... Мне надо было, у меня закончились вот эти патчи. Думаю, если вдруг я в фикс прайс не попаду, не пойду, то, значит, я возьму. Эти немножко другие, я так поняла, это влажные, а эти просто как тканевые прикладываешь, они особо не влажные. Ну, посмотрим, посмотрим, буду пользоваться. Стеллари, кстати, Стеллари. Супер. Фуд. Вот так вот. И маску. Хотела еще же в фикс прайсе тканевые маски посмотреть. Что-то я там не увидела. Ну, бегом пробежала и все. Все, я здесь разложила, пофотографировала. Все, понесем. Сейчас будем лампочки вставлять. Подойдут, не подойдут. Я не знаю вообще, девочки. На бубу взяла. Надеюсь, подойдут.
Я проверила, все работает. Я такая радостная, все нормально. Я только не сняла пленку, потому что мне надо было вторую проверить. Если бы один не работал бы, то мне пришлось бы два сдавать, потому что их я посмотрела сегодня, уже нет в наличии, и не перезаказать бы было второй. Хочу обратить внимание, что у этих светильников белый шнур. Например, смотрите, вот наш старый. Это мы покупали в Галамарте. Его, конечно, он и дешевле намного стоит. Но смотрите, здесь черный шнур. А здесь белый верх получается. Вот этот. И белый шнур. Я просто волнею. Боже мой. Там я уже пронесла с той стороны поднос, где свечи у меня там, да, стоят. Сейчас буду думать, что оставить, что нет. Мне потому что поднос надо на кухню. Может быть, такой серебристый поднос забрать для кухни временно. У нас еще есть. Включаю свет, девочки, чтобы вы понимали. По-разному горит. Нифига не... Хотя указано на той лампочке, на другой указано было, что белый холодный свет. Нифига, смотрите. Для сравнения. Блин, вам, наверное, не видно. Но смотрите, этот желтит. Вот это белый холодный свет, который вот указан был 4000. Это 2700, и он... Да, вот даже сверху, я не знаю, девочки, вам, наверное, не видно. Он даже сверху видно, что этот желтит, этот белый. Вот это белый чисто свет. А этот приглушенный, более бежевый свет, не белый. Мне, конечно, вот этот нравится. Я со своей стороны вот этот поставлю. А Юра пусть будет тот шикардусы. Девочки, они в порядке. Девочки, мальчики, я все забываю, что меня мальчики смотрят. Посмотрите, у нас... Да, девочки, мне писали, немножко надо отодвинуть. Сдвинем обязательно немножечко. Тут говорят, близко полочку подвинули, сдвинем немножко. Вы посмотрите, у нас... Давайте выключу свет. Мне кажется, слепит. Помните, я купила ручки, показывала вам в прошлом видео. И там вот такие маленькие-маленькие желтенькие камешки. Посмотрите, здесь они тоже есть. Вот, примерно вот. Да что ж тут столько шнуров-то? Вот, видите? Чуть-чуть под... Ну, даже не чуть-чуть подходят друг к другу. Тут камешки, как вот такие вот желтенькие. И там также тоже желтенькая. В общем, подходят. Они не сильно высокие, и девочки мне сказали, и правильно, что они не сильно высокие, чтобы ты, когда будешь ложиться на подушку, чтобы тебе снизу этот свет не попадал в глаза. Не надо говорить сильно высокие, а то еще же есть выше, и ты ляжешь, и там тебе свет будет в глаза. Нехорошо. Лучше пусть они вот такие будут. Очень. Прям, знаете, столько радости, вы не представляете. Вот уже как-то... Сейчас я все расставлю, покажу вам, а то я тебя еще не доставила. Я сняла с абажура. Абажур это, да, сверху называется. Сняла с него пленку. Вот так вот поставила. Кстати, девочки, мальчики, я не помню, говорила я или нет, с какой стороны Юра спит, с какой стороны я сплю. Отгадайте. Отгадайте, с какой стороны я сплю. Я не помню, говорила я или нет. Тут без разницы, с какой стороны спать, но я как-то сразу определилась, где мне удобнее. Так что вот, смотрите, все, светильнички я поставила. Сейчас я думаю, куда что расставить, кроме светильников, чтоб, надо, чтобы еще там свеча, например, была, вот как здесь у меня. И если я вот так поставлю на стол, здесь будет перебор. Много блестящего. Так, дальше. А если туда? Не дотянулась у меня одна. У нас здесь одна розетка. Так. Это вообще убрать. Тут тоже убрать. Чай, кофе пьем по вечерам. Так, открывается. Внутри бархат. Так. А в общем, не хватило у меня вот этого шнура. А у нас кровать почти вот это вот изголовье, оно почти 2 метра. Я так поняла, что шнур 1,5 метра. Не хватило. А розетка одна. У меня вот здесь вот она. У меня к ней подключен удлинитель. Получается, надо к этому удлинителю еще один удлинитель. И туда уже этот, как сказать, и туда уже тот светильник поставить, либо там тройник поставить и от него сюда и сюда.
Ну, тройник навряд ли, потому что будет отодвинется тогда кровать. Давайте я поближе покажу вам модель, какая у меня светильника. Вдруг кому интересно будет. Сейчас нет наличия, но вдруг будет. Потому что я все время ставлю, как сказать, в избранное, да, туда ставлю, когда будет в наличии, у меня там потом высвечивается. Значит, называется Лючия. Модель у меня 323, написано стразы, хром, янтарные стразы. Хром, янтарные стразы. Модель стразы называется. Да, вот написано. Вот, если кому интересно. А цена... забыла. Мне вообще памяти нет. 2700, что ли? Спрашивали про тумбочки. Они недорогие, они дешевле, чем светильники. Мне такие надо было взять тумбочки недорогие, потому что, знаете, у меня как меняется мебель. Но сейчас мне пишут: Лена, больше ничего не переставляю, у тебя идеально сейчас все. Я не буду ничего переставлять. Единственное, что вот с изголовьем надо что-то сделать, либо вызвать, чтобы мне его постирали хорошо, почистили. Вот это вот. Либо, я не знаю, либо перетянуть другой тканью. Ну, не знаю. Может быть, новую ткань натянуть, либо постирать. Я не знаю даже, кому звонить, кто занимается. Сейчас буду думать, как у меня тут. Может быть, так и останется. Свечу обязательно надо мне. Я люблю свечи вечером зажигать. Так что вот пойдемте, наверное, на кухню. Здесь, видите, у меня тоже зеркало такое серебристое цвет. Ну что, я разложила наши салфетки, набор салфеток. Диаметр, еще раз повторюсь, 36. Вот такие вот они огромные. Значит, мне надо искать диаметр 34 хотя бы, существуют они или нет. Не знаю, но вот видите, они прям как ух. 4 штуки мне надо было для четверых. Так-то, по идее, я хотела сюда. Один здесь у нас кушает. Вот так. Один здесь у нас кушает. Юра здесь, например, ест. А мы, например, с Вадимкой здесь, Кирилл здесь. Видите, не ходит немножечко. И за поднос это я расстроилась. Но я смотрю, он у меня тут не войдет. Если только раздвинуть стол. Не знаю, может быть, раздвинуть стол вообще... И оставить его раздвинутым, тогда все войдет. Так, видите, какие огромные. Вот я поднос куплю, и куда его, если только вот там с краю фрукты эти уберу, тут остатки остались у нас. Сегодня сейчас это доедим, и завтра уже купим фрукты. Сегодня не стали брать, потому что ну, тут много надо было нести. Так, ну давайте вот эту вот еще откроем напоследок. У кого посуда большая, я сейчас достала свою посуду Faberlic Северное Сияние. Вот такая вот у меня была сервировка в Новый год. Смотрите, на эту салфетку как раз только вот все входит. Большая тарелка, малая тарелка Faberlic, да, ложки, вилки, ножи, ложечка маленькая и стакан. Вот смотрите, на одного человека вот так вот получается. Только-только вошло. Так что, девчонки, это просто не салфетка большая, это стол у меня маленький. А так, видите, как раз все. Очень, кстати, хорошо смотрится. Мои хорошие, все, последнее я вам показываю. Этот органайзер, который... Органайзер указан для косметики и аксессуаров. Слава богу, он крутится. Да, девочки, смотрите. Что-то я как-то не могу понять. Он там прокручивается у меня. Ну да, немножко прокручивается. Но самое главное, крутится. Все. Здесь немножко шершавое дно. Нормально будет стоять? Да, вот наполните, и там низ не будет прокручиваться. На столе вообще прокручивается. Это крутится, и так крутится, низ тоже крутится. Очень классно, конечно, за 249 рублей. Я думала, если он крутиться не будет, тогда я вернула бы обратно им. Нет, все нормально, крутится, все. Можно сюда поставить что-то. Я говорю, какие-то, например, баночки со специями можно вот так расставить. Потом крутить, смотреть, и для косметики можно. И очень красиво, смотрите, как переливается. Новая серия пошла. Там подставочки есть для кистей. В общем, все, мои хорошие, на этом сегодняшний влог буду заканчивать. Сегодня много наговорила, много было покупок, да. Много всего вам показала.
Надеюсь, вам влог понравился. Обязательно ставьте лайки. Что-то опять мало стало ставить лайков. Девчонки, действительно, бывает обидно. Там, как бы, хочешь как-то вам что-то интересное иногда показать, что-то рассказать. А лайков вот опять 700-800 под последними видео. А было 1000. Вот недавно все было по 1000 лайков. Так что, девчонки, не жалейте, пожалуйста, ставьте лайки. Если вам нравится видео, если вы уж смотрите, пожалуйста, ставьте. Мне очень-очень приятно. И мне от этого хочется больше снимать видео, чаще снимать. Понимаете? Чем больше лайков, тем больше, чаще видео. Ладно, все, пока-пока, Вадимка, скажи. А это сейчас скажу, как называется. Сейчас я скажу, как она правильно называется. Чего? Сына написано кошелек сердечки. Чего? Кошелек сердечки. Ну-ка прочитай, сына. Кошелек сердечки. Да, импортер 11 на 9 до 2,5 на 2,5. Ну, это этот. Забыла, она как-то называется. Минашица или как это? Для орешков, для сухофруктов. Ой, ладно, пока-пока, мои хорошие. Так, ну вот еще салфетки поставила на место. Все, сюда воткнула. Я вот думаю, сюда, чтобы мне развешать. Девочки мне говорили, что кружечки купить какие-нибудь. Ну, одинаковые, да, там. Может быть, по цвету разные. Здесь вот повесить. Может быть, что-то вот такое розового цвета. Или серенького.